Ой, Евгений, здравствуйте. Да. С Евгением разговариваю, да? Да. Евгений, меня зовут Артем, являюсь руководителем группы розыска банка МТС. Звоню по поводу вашего договора 2013 года. Все документы на выездном взыскании находятся. Предварительно обзваниваю должников. Уточните, есть ли намерение решать вопрос добровольно? С вами хотел бы этот вопрос обсудить. Полностью, пожалуйста, представьтесь. Меня Артем. Полностью. Лопатин Артем Петрович. Так, ваша должность? Еще раз. Руководитель группы розыска МТС банк. Ага, на каком основании, извините? На основании вашей должности. По договору от 3 сентября 2013 года. Ага. Евгений, я хотел бы уточнить, вы намерены вопрос в добровольном порядке решать по договору? Да. Ну вот, и хотел бы тогда обсудить с вами выплаты по договору. Ну, как деньги? Платежи планируете? Ну, как деньги будут, так я плачу. Ну, меня такой ответ не устраивает, как деньги будут. Вы как бы уже это, 1,5 года вот таким образом это выплачиваете, как деньги будут. Ну, вообще-то это не совсем кредит. Кредитная карта это отличается от кредита. Ну, какая разница? Да, разница есть. Это разные разница продукты. Разница в использовании, наверное, кредитного продукта, но никак не в выплатах. Чтобы там порядок. Что по кредитной карте вы должны в определенный срок носить оплату. Ну, не вносил, да. Что? Да, не вносил. Ну, вы планируете в ближайшее время оплачивать? Давайте с вами даты платежей обсудим. Там можно растянуть на части выплату просрочки. Я пока никаких там требований. Вот мне говорили там сотрудники, что якобы банк ставит требования. Я ни одного требования не видел в письмах. Ну, давайте сначала документально подтвердить. А что вы, Евгений, что вам документально подтверждать? Скажите мне, пожалуйста. Я сейчас, если вы не хотите добровольно там обсуждать этот вопрос, я передам документы на судебное производство, и вы будете там уже через неделю-две встречать, ну, ребят моих с приставами у себя дома. Хотите так, давайте, начала, да. Ну, для вы, начала, вы платите госпошлину и выплатите еще исполнительный сбор. Для начала я по 129 ГПК отменю приказ. Ну, мы не через приказную, а мы сразу уже на судебное решение, мы не через приказы работаем. Судебное решение, значит, меня должны в суд вызвать, правильно? Ну, вас вызовут в суд, без проблем. Евгений, вопрос не в этом. Вы сейчас намерены добровольно обсуждать решение вопроса? Я сказал, что... Зачем это лирика, скажите мне? Какая лирика? Не знаю, зачем вы это рассказываете. Вот, суд, пожалуйста, вы имеете право. Евгений, нет, нет, да, да. Вы скажите, не намерены я сказал, вы да, в судебном порядке решать вопрос. Я сказал, что да, я буду, но пока не знаю, когда. Вы меня определите хотя бы в перспективе месяца, когда да это. Да я не знаю оплатить. Вообще, действительно ли вы тот, кто кого за кого себя выдаете, прежде чем с вами. Я прошу себе деньги в карман положить. Да вы при чем тут деньги в карман? Я не знаю, кто деньги. Вы есть. Я не знаю, кто в чем вы здесь есть. Это, Евгений? Да при том, да при том. Как это влияет на да ваше это решение внести оплату по кредиту? Объясните это мне, влияет на обсуждение на с вами. На обсуждение с вами это, во-первых, влияет. Каким образом вы должны оплачивать свой долг? Ну, я должен, но причем, почему я должен с вами это обсуждать, я не понял. Евгений, я задаю последний раз вопрос. Вы будете в досудебном порядке решать вопрос? Я что-то не ясно, я не ясно сказал, я не ясно сказал, я не ясно сказал, что я... Вы да, меня я... не определили нисколько. Да кто вы есть-то, чтобы я вас определял? По срокам и датам платежей. Кто вы есть? Ну, вы узнаете, кто я есть, когда я приду с приставами и исполнительным листом. Ну, так в суд сначала подайте. Какой ну, я без проблем, я это сделаю. Исполнительные лица. Скажите, как вы намерены решать сейчас вопрос? Наша запись записывается, она в суде будет использоваться. Наша запись, во-первых, судья она будет послушана, это... и судья будет понимать прекрасно, что вы не намерены в досудебном порядке урегулировать 150 вопрос. Рома ФЗ, вы сначала должны меня предупредить о записи. Потому что в соответствии с конституционной статьей 23 я могу... Евгений, вы, пожалуйста, вот дальше сидите конституцию, читайте и ждите тогда ребят моих с приставами в гости. Ну, удачи, счастливо, хорошего счастливо, вам дня. Счастливо. Всего хорошего. Счастливо, да.